Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и, скорее всего, являетесь стратегическим жевжиком. А на экране у вас продолжение партии за Бразилию в Sid Meier's Civilization 6 в партии на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Снижаем за производство. Ну и минус культуру Эфиопу. Блин, за выбросы. Успею я построить. Ну, у меня, правда, не так много тут, но мне больше всего не нравится вот этот кампус затопит. Ну, с венгром мир заключить. Индонезийца, у тебя союз долго еще? Нет, к сожалению. Почему? Наоборот, к счастью. Ну, потому что я не успел все, что я запланирую. Да не волнуйся, никто на тебя не нападет. Просто я хочу понять, буду ли я бонус получать. Дед, это что за наглое слово, бля? Где? Видишь, под Волином клетка у Гданьска. Сейчас. Под Волином слева от Нишкольца, каким образом... Так, исследовательские гранты. Ну, тут продолжим, наверное. Я думал, это клетка Волина, это клетка Гданьска. Подожди, это же не уголь. М? Это же не уголь. Уголь. Нет. Это же серебро. Где? Блин, тут до сих пор... Не, он говорит, что... Подождите. Гданьск, вот я и вижу тоже, да. Дамба же построена какого хера? Прям лежит Гданьск, хотя рядом с Волином. А. Река Токантинс. Интересно. Не понял я прикола. А какого хрена произошло? Только я что, этим ходом только закончил ее строить? Самолет большой.
Здравствуйте. Долго ж вы тут блуждали. Ой, а почему я сейчас открыл? Почему я всю карту открыл? Ну, что я стою? Запустил. На уровень союза? Кстати, а мне аэродром все сделал, все тоже, да? Как ты? Я тебя оставил чисто, да. Так, а каким образом? Это же аэродром пешно был. Нет, аэродром вот это вообще секунд. Фига, Эндай наш устроился. И вот и не хапнет. Ну да, весь угол у Индонезии вообще. Ну и в Польше. Зато у Индонезии только одна нефть. Англичане сами. О, да у вас вообще там все одно где-нибудь грустно. Англичане вообще на нефти все были успешно выведены. Потеряны. Еще и самолеты, и твою же мать. Не, ну она подольше он посопротивлялся, че. За это время Леш там это и Донес, по-моему. Там же мне и Донес деньги еще давал, да? Донези, ты можешь уже войну объявить? Да объявить я могу, но он меня сейчас снесет просто все. Да я ему войну объявил. Давай, спасибо за игру. Thank you. See you later. А можно задать вопрос зрителя? Давай. Который отходил надолго. Как там дела у Венгрии? Да. Зашибись. Тут есть исконно, в итоге появился польский город. Скишфхер. Я даже читать не хочу это. Вижу, да. То есть война идет на обоих континентах, да? Ну да, у нас это уже своя локальная. Ну и зачем, дед, ты меня убил? Скаута? Знаю, я тут в полубой, я не понимаю, что происходит. Ой, а у тебя научный союз кончится, а я тебе хочу научный, можно? А зачем ты мне войну сам объявил, кстати? Я тебе не объявлял, я объявил войну Эфиопии. Нафига ты с ним в союзе? Потому что я против Эфиопии. Мне нужен военный союз, потому что Венгр зачем-то напал. Да, Найзя, ты можешь объявить все-таки войну? А то там военный союз у поляка с эфиопом. Поляка с эфиопом военный союз? Да. То есть я жертва, а на меня еще хотят натравить одного игрока. Спасибо. А, то есть это венгр напал на поляка? Да. Так уже много раз поговорили, венгр напал на поляка. Они агрессировали, что я какой-то там Иерусалим забрал. Я не выдержал. Ну, видимо, как ты не выдержал. Ты не выдержал, но в итоге проиграл войну, да? Ну, как проиграл? Ну, честно, я не выиграл, вот. Я не проиграл, я не выиграл. Бразилец предложение... Запишите цитату. Я запишу. Тоже предложение там есть.
Союз. Списываешь, да? Ну, успеваешь. Индонезиец, ты не будешь Эфиопу объявлять войну? Витя, ты типа ждешь, чтобы он меня забрал, а потом что произойдет? Тебя забрал, он тебя забирает? Но он плюс 5 против меня имеет. Я напал на него. В надежде, что ты ему объявишь войну. У деда союз с ним. Ну как, что мне еще сказать? Ну не хочешь, не объявляй. Просто, нельзя, ты чего ждешь? Вот ты конкретно чего ждешь? Что ты каким-то образом сейчас обгонишь Эфиопа по науке? Ура, наконец-то золотой век. Он, я думаю, сейчас сам объявит войну. Тут уже войска подвел. Так, хорошо, почему ты не хочешь объявить войну? Объясни мне. Ты меня лишаешь бонуса от войны. Ух ты, 4.5. Тебе легче станет, если Эфиоп меня сейчас заберет, и все. Я не понимаю, как он тебя заберет, если я с ним воюю. О, у меня алюминия нет. Подождите-ка. Смотри, может ли кто даст алюминий? Предложение Индонезии. То есть, вот вы смотрите это видео, у вас может быть объяснение, почему Индонезия не хочет объявлять войну Эфиопу? Он говорит, сейчас сам мне войну объявит, типа, у нас военный союз, зачем ты принимал военный союз? Я даже тогда не могу никому другому предложить военный союз. Я бы сейчас Китаю предложил военный союз. Ну, считай, мир увеличить. Слушай, Дарвилл. Ну, это, конечно, прикол какой-то. Тогда зачем ты принимал военный союз? Я не понимаю. Я мог бы любому другому тогда предложить, кому-нибудь подальше. Чё-то подстава какая-то. Подставы никакой нет. Ну, объяви войну, пожалуйста. Плюс 5, господи, к силе юнитов, пожалуйста. Подставы все равно есть.
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Боюсь узнать, китайцы, зачем тебе 10 послов в Кардифе? А я их коллекционирую. А мне нефти не хватает. Есть. Вау. Нет, поэтому и коллекционирую. Вот это поворот. И вообще, мне это досталось от предшественника, отстань. Индонезия, предложение. Да, он ждет, чтобы ядерку кинуть. Ну, Атиньо, давай я Кёльн и Трир забираю, ты все остальное, и мы миримся, потому что что-то как-то... Блин, Лёш, ну такой ты душный, ну подожди ты, господи. Ну если ты ждешь, если ты ждешь на ядерку... Нет, послушай. Да не ядерку я жду, сейчас я тебе скажу на следующий ход, чего я жду, блин. Ну, задолбал уже, честное слово. Скажешь или покажешь? Видимо, самолетов нет. Сейчас как он покажет, как покажет. Просто как-то обидно, вот там есть... Я не могу понять, что такое ты там делаешь, что при этом нельзя войну объявить. То есть, чувак сидит с плюс 5 против меня, а мой союзник что-то там ждет год. Обидненько. Если Атиньо на него нападет, то все его планы сломаются. Слушай, англичанин, проблема в том, что я не могу обстреливать Шенгети, я не вижу его отсюда. А я уже... Ты отлетал, Цифу, ты отъехал? Там я броненосца своего подогнал. Но могу капера брать, он слабенький, постреляешь лучше. Ну, то есть я не могу помочь, потому что я просто... Он мне не виден, я, соответственно, не могу обстреливать. Ты на прошлый ход просто отъезжал, я думал, ты там стягиваешь войска к себе. А я не знаю, что он отъехал. Я, наверное, просто не успел походить, не знаю, что он отъехал. Сейчас беру капера. На тебя войти, бак. Так, ну и чё? Из чего мы ждали, расскажи. Я ждал стреварения. Вот это поворот. Потому что у меня сам видел, стен не было. Ну блин. Он меня просто взял и на раз. Потому что я в ядерке выходил. Продал со стали варенье.
Лёш, ты уже стрельнул? Нет, еще вроде. Нет, нет. Стрельнул. Так, слушайте, а что у меня с алюминием? Так, у Эфиопа его дофига. Ага, вот у меня алюминий, отлично. Еще там сверху алюминий. А я могу вообще там город поставить или... Нет, слишком... Слишком много лояльности. Слушай, подожди, Индонез, а ты вот объявил войну Эфиопу, но ты типа с ним воевать как бы не собираешься, да? Почему мы с ним воюем? Ну, воюете, в смысле, ты там что-то делаешь его городам? Там это, предательство против Атиния можно, чтобы он минус 3 получил боевую мощь. Да, кстати. Не надо. Нет, только не минус 3. Вот эти минус 3 станут твоей ахиллесовой пятой. Это из Конгресса я стал видеть всего Тинью? Да, ты кризис принял. А у нас бот походил, ну, походу. Да, в каком смысле? Посмотри на Шенгете, я ничего не делал. Помните, уже был один раз такое, что как будто ход пропустился? Нет. То есть я... Ну, подходи, атакуй. У тебя же ходы остались. Да, но... Рофл... Зачем? Зачем надо было обстрелять, если ну ты даешь? А, да, да, я тупанул. Следующим ходом. Но я не убирал их оттуда, оно мне не надо было. Индонезия предложение. Венгр предложение. Реально, карта выглядит как два континента, при этом еще Индонезия такого темно-синего цвета, как будто она море.
Да. Бля, я ничего не вижу вообще. Все, нашел. Поздно? Не-не-не. У меня до конца хода, а то у меня минус будет. Я только на этот ход обработаю. Смотришь на Эфиопа там против всех войны. Кросота. Подождите, я не понял, а немец уже вышел же, да? Да, это водки. Ты стрелять будешь там? Может, апнуть хочешь? Ща, у меня в другом месте. Главное прикалывать, что у меня даже здесь это. Ну ладно, тут 1.3. Нет, меня сейчас истребителями будут атаковать реактивно. Да что ты с художником? Подожди, а что это за художник, не пойму? Где? Это я Атинью спрашиваю, зачем он. Че, тебе не нравится художник, что ли? Да, не нравится, чмо какое-то. Ясно, понятно. Разведку, наверное. Я тебе не говорю. Так, а где у нас там современные танки? Против после компьютеров, отлично. Нет, а что так больно сразу? Фёб, захватывай меня быстрей. Чую я здесь как-то лишний. Он не будет тебя захватывать. Ну а вдруг он поведет? Ну что ты ему мешаешь? Блин. Минус танчики. Блин, накидается столько гор хороших. Тюни, еще ждем. Лёш, стрельни, пожалуйста, ход кончается.
Блин, Эфиоп уже где-то здесь. У меня до ядерок. 4 хода. Венгр, посмотри. Я даже не успел религию кинуть. Еще урана дофига. Не понял, что я воюю с Ватиканом? Так, какой у нас кризис? Захватить аул. Мало нефти, блин. Все грабится.
дефицит нефти, это, конечно, жопа. Так, давайте-ка я... Последний раз для нас. А, китаец, прими там союз, я тебе кинул. Сейчас. Отложу производство, чтобы ядерки сразу делать. Предложение китайцев еще. Вот так вот, да? Два на три. Индонезия предложение. Топтом кампус в итоге. Рир отвалился. Так, ядерки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Блин, девять ходов. Девять ходов, что-то долго. На все предложения. Ой, я случайно. Ого, сколько великих людей. Не знаю, Дарвилл, ну ты ж не воюешь вообще. Че это, блин, ты, а че я должен делать-то? Ты настроил просто зениток. Я хочу договориться с Эфиопом. Я просто не знаю, ты там, типа, вопил такой душный, подожди. Там сейчас меня предложение, Лёш. Можем военный союз с тобой заключить, если хочешь, но воевать... У меня военный союз с Дарвиллом. Ой, блин, это не... Это компьютер предлагает такую херню.
Не, экономически давай, у меня к тебе караваны бегают все. В общем, Дарвил, ты будешь сидеть в обороне, да? Я так понял, ты зенитки настроил, как бы у тебя тут все... Кинул предложение. Зашибись. А что зенитки-то? Мне зенитки надо было построить. Хорошо, Дарвил, я хочу сейчас договориться с Эфиопом. А я не хочу, чтобы ты с ним договаривался. Ну, правильно. Если ты сейчас договоришься с Эфиопом, он просто меня заберет и все. Ну, естественно. Ну, естественно. Так а мне какая радость вот сидеть воевать одному, если ты ничего не делаешь? Почему одному? Я уже тут потерял хренову кучу флота. Ой, кроме тебя, да, чего одному, я не понял. Я не понял, чего одному-то, чего одному? Потому что ты одному. Ну, вспомни, пусть тебе Атиню скажет, сколько у меня уничтожил флот. Ты думаешь, все 1800 военки у тебя стоит? Нет, меня... Я не знаю, с кем ты еще воюешь, я просто вижу... Ну, у нас же за счет кризиса я просто все вижу. Я вижу, что индонезиец просто сидит, типа, построил зенитки и такой, ну окей, у меня все хорошо. Ну он ядерки штампует, сейчас термоядра выйдет. Ну вот в том-то и дело, то есть получается, что мы с тобой воюем, чтобы индонезиец кинул в тебя ядерки. Так спрашивается, где моя выгода? Венгер, ты слышишь меня? В смысле твоя выгода? Ну ты можешь его тоже забрать с той стороны. У вас войск там до хрена. А, хорошо. Можете посчитать, пожалуйста? Хорошо. Раз, два, три. Подожди. Ты готов? Ой-ой-ой, сейчас приедем. Ой-ой-ой. Бандер, мать, не давай. Так, а что, ядерка полетела первая? О! Бум. Ага, понятно. Чё-то зенитка не помогла, да? Там не особо там помогает. Венгер готов? Да. Ну, а тебе не посчитай еще раз. Раз, два, три. Ну все. Спасибо. Трир пытается отвалиться к Дортмунду. Китай, посмотри сделку. Китай тут? Был тут. Смотри, говорю, сделку. А ты кто? Индонез. Прими, пожалуйста, мне прямо сейчас нужно. Поздно. Как смог. Мы ж китайцы, мы ж не спешим.
О, вот это сбили. Нет. Не, там это индонезиец кинул, в Эфиопа ее не сбили, а то, что в индонезийца кинули, сбили. А, понял. Ну, я в Шенгетере все это кинуть. Подвисло. Блин, я тут стрелял. А, я убил уже. Да. Да, посчитайте, пожалуйста. Ну, ёжик. Ладно, ну. Давай, раз, два, три. Хватит приводить ко мне художников, зарисовывать тут все. Ничего интересного. Точно? Точно. Ну-ка, получится. О, нормально. Но ты с ним будешь продолжать воевать, Лёш? Так я воюю. Он тебя обманывает. То есть там эфиоп мои города обстреливает, но я его обманываю. Обманываю, это когда я типа, ну, мир заключу. Хотя я уже понимаю, что индонезиец... Будет до конца, видимо, с эфиопом. Просто от обороны никогда нету смысла играть, понимаешь? Нет, ну понимаешь, чтобы... Ну, мне сперва надо выстроить оборону, чтобы нормально атаковать. А как, блин... Ну вот я построил пусковую, и он мне сразу ее снес. А в том городе хотя бы, вот видишь, сбилось... Ядеркой, куда он там кидал, я не знаю, наверное. В смысле, я одно ядро кинул. Лёш, говорил, две. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение этой партии могут поискать прямо сейчас в вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живе Украина и Россия будет свободной. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.